На протяжении нескольких лет в четвертую смену детского оздоровительного лагеря «Звездочка» приезжает спортивное будущее нашего города. В этом году смена стартовала под названием «Нас не догонит». Около 200 начинающих боксеров, баскетболистов, легкоатлетов, футболистов и каратистов приехали в лагерь. Самое главное то, что нашим детям не приходится далеко ехать для того, чтобы одновременно и оздоровиться, и продолжить учебно-тренировочный процесс. Поэтому вот создана в городе инфраструктура, имеем свой лагерь такой замечательный, в котором прекрасные спортивные объекты, и дети с удовольствием едут в этот лагерь. Самое лучшее пожелание, чтобы погода была замечательной, для того, чтобы дети отдохнули 21 день. Удачно в этой смене. На торжественном открытии ребята представили визитки своих отрядов, где представили любимые виды спорта. Особенность спортивных смен заключается в успешном сочетании тренировок и развлекательной программы. Впереди у ребят такие мероприятия, как физкультурно-оздоровительный фестиваль «Путешествие с героями сказок», военно-спортивная игра с элементами спортивного ориентирования, а также фестиваль боевых искусств «Уроки мастеров». В целом, смена обещает быть насыщенной и невероятно полезной в целях поддержания физической формы и повышения спортивного мастерства участников смены. Потому что верим, я не горд, наши все открыты.